Аладдин и принцесса Жасмин, Дед Мороз со Снегурочкой и многие другие. На радость маленьким жителям Химок в культурном центре «Артишок» встретились персонажи, которые на страницах книг не пересекались никогда. Праздничная программа пришлась по душе всем зрителям без исключения. Мне сегодня понравилось Дед Мороз, Снегурочка, Аладдин и злой дядя. Джафар, да? Даже злой Джафар нам понравился. Да? Да? Еще придем на следующий год? Да. «Дождь из конфетти» завершил театральную постановку и ознаменовал начало 10-дневной ярмарки. Художники, кондитеры, мастера декоративно-прикладного искусства выставили на обозрение сотни товаров. Мастерица Анастасия Макеева не останавливается. Вяжет игрушки прямо на рабочем месте. От 3 до 20 часов, например. Соответственно, можно и неделю вязать одну игрушку, а можно за один день парочку. Валенные и вязаные игрушки, картины с видами окрестностей Химок, шоколадные фигурки и торты, расписные тарелки. На ярмарке есть все, что душе угодно. Подарки на любой вкус, цвет и кошелек. В этом году, в канун праздников, мы решили организовать такую ярмарку впервые. Конечно же, было очень много участников, желающих. Большинство из них откликнулись сразу. И, конечно же, это все замечательные творческие люди, прикладники, художники и мастера. Ежедневно на ярмарке будут проходить обучающие семинары и образовательные мастер-классы для всех желающих. Расписание можно узнать на сайте администрации города и в самом культурном комплексе «Артишок». Ярмарка будет работать ежедневно с 11 до 19 часов, вплоть до 29 декабря.